Zombie Apocalypse. Так, привет всем. В предыдущей игре мы остановились там, где застрял в столе. Выбраться я оттуда не смог. В общем, пришлось загрузить точку. Там немного. 4 примерно минут. Так что идем дальше. Больше к этому столу не надо подходить. Застрял в текстурах, в общем. Это Брик! Решай, Ви. Что с этим будем делать? Прячься быстро! Если я отодвинусь от лазера, мне конец. Его замкнули на мину. Ага, ты же Брик, да? Брик, это я. Брось тебе так. Кто же еще? Я думал, никогда, блядь, не дождусь. Мы здесь вроде как из-за тебя. Забирали бота, которого купил Декстер. Он сказал вам мне помочь? В этом весь Декс. Похоже, мы спасли тебе жизнь. Ты нам должен, омбре. Да-да-да. Господи, притормозите, а? Все свои долги я верну. Но не прямо же сейчас. Сочтемся, если еще потом встретимся. Уверен, вид у тебя не очень. Я у себя дома. Обо мне не беспокойтесь. Ну ладно, мы пошли тогда. Давай. Эй, не спеши. Тут есть камеры. Не знаю, что я делаю, не разобрался еще. Что-то отправил кому-то, отправить ледокол.
Камеру надо взломать. Она на нас смотрела, камера. Посмотрим, кто здесь. Так, черт один ходит. Так, вот здесь я застрял в этом текстуре. Если кто будет проходить, в стол близко не подходите, провал текстуры. Лечение врагов каких-то. А, телевизор включен, наверное. Броненосец какой-то. Сейчас мы тебя завалим, говно. Сейчас мы тебе покажем, мана.
Где это, блин? Дружбанная. Припасы собирать, чего? Уже не просматриваю. Замачки какие-нибудь будут. Ясно.
сдать своего этого подельника. Подвинься ты, блядь. Заперто, все, пошли отсюда. Интересно, как прокрасться. Тихо, тихо, тихо.
Где ты делся, блин? Где это засранец взялся? Это пуха. Прячься быстро. Прокрасться мимо Ройса. Создавать более качественные версии этого предмета. При создании каждой новой версии старая уничтожается. Культовые предметы можно получать, улучшать, так же как любое другое оружие и предмет одежды. Так вы сможете повышать его уровень и показатели, чтобы пользоваться им на протяжении всей игры. Ясно. Что ничего не ясно.
репутация. Новые доступны заказы 5. Пойдем халяву пособираем. Ладно, Валя. Милитех. У них эти дроны в каждой дыре. Давай за ворота. Там поговорим. Сучка из Милитеха. Что, не ожидал меня увидеть? Ты знаешь, мне нравится, как ты работаешь. Может, будем сотрудничать? Да, может. Только сначала научись выполнять приказы. Не знаю, не всегда получается. По крайней мере, у меня. Значит, сделай так, чтобы получилось. В следующий раз. Отцепить район. Знаешь, нам пора, сэр. Нифига себе, Ви. Я думал, мы оттуда уже не выйдем. Спасибо, Джек. Ты крут. Ну, ты тоже. А что такое-то? С тобой все нормально? Да просто хотел. Короче, мы хорошие напарники. Мне нравится, как мы работаем. Мне тоже, Ви. Мне тоже. Эй, дай знать Дексу, что болт у нас. Потом предлагаю завалиться в посмертие и обмыть это дело. Аллой, Губи. Как дела на фронтах, мистер Ви? Вот у меня. И как прошло? Неприятности были? И что там насчет Милитеха? Встретился со Стаут, мы договорились. Ну надо же. Она дала мне бабла для Мальстрёма. Значит, ты заплатил за него их деньгами? Нет. Решил, что деньги мне самому пригодятся. Бота я просто забрал. Вот так просто? Не совсем. Пришлось применить силу. Ты крепкий орешек, мистер Ви. У меня все готово. Что дальше по плану? У тебя по плану выполнить мой заказ. То есть забрать Билчи. Давай поговорим в посмертии. Подъезжай. Отлично. Скоро буду. До свидания. Давай, давай. Добраться до посмертия. Ясно. На чем мне добраться? Надо что-то увидеть. Что-то продать надо. Конечно, продаем.
Таких какашек мы еще насобираем. Ружье, наверное, пускай пока останется. Денег, это деньги не прибавляются. Так, это все пускай. А. Берсерк. Декстер Грозы. Сека Параша. Надо валить. Нифига себе, 1,3 километра. Да, ехать не на чем, да? Никто не подвезет. Машин нету никаких.
Что мне их сверху перестрелять? Гранатушку. Понял, это мои пушки все. Что это за пушкарик? Пусть будет. Чип, осторожно, горючие материалы. Сто бутылей с оксидом азота для размещения в складе. Внимание, в связи с слоем хранения повысился риск воспламеняемости. Ясно.
Ты живой еще? Да? Наконец-то. Погнали. Где-то перестрелка. Проскочил. Такого ожидания уже давно штрафанули. Все наладится. Жарковато нынче, да? No. Porque я tengo planes para esta noche. Virgen Santísima, ma. Te vas a enterar mañana. Я también te quiero, ma. Наконец-то, Холмс! Что нового у сеньора Уэллса? Да ничего. Беспокоится за меня. С утра до ночи. Она все время проверяет, не лежу ли я где-нибудь в подстойнике, как большинство Уэллсов. Это уже начинает утомлять. Чем больше я ей говорю, что все окей, тем больше чувствую, что... Ну? Завтра это закончится. Нас ждет по смерти. Дырки ставят. Да. Я в порядке. Ого, где одеваешься? Ждет, потому что Декс подергал за ниточки. Это не значит, что мы теперь в высшей лиге. Как раз таки значит. Просто лига еще не в курсе. Готов пить шампанское? Пошли. Девки, пошли с нами. Здесь когда-то был морг. Прикинь. Да ты что? Что? Это я тебе об этом рассказал. Ч?
Чё, правда? Давно, наверное, это было. Мы друзья Декстера Дешона. Он ждет нас. Эй, Декс, а тут двое на входе. Говорят, они к тебе. Да? Ну, ладно. Сказал, еще занят. Возьмите себе пока что-нибудь выпить. Мы и так собирались в Йехо. Вот оно. Просто мой лучший отдых. Сердце Найт-Сити бьется прямо в этих стенах. Слышишь? Ты представляешь? Сьюзан Форест, Бо-Бо, может, даже Морган Блэкхенд сидели на этих стульях и спали на этой самой стойке. Все, наша очередь. Эй, видишь эту бабулю? Это бестия. Лучший фиксер в Найт-Сити. А разве не Декс лучший? Бестия раздавала заказы, когда Декс еще пешком под стол ходил. Это ее клуб. Что будете? Ты заказывай. Две текилы Old Fashion с каплей Cerveza и чили. То есть два Джонни и Сильверхенда. Точно, Чика. Кое-кто сделал всю домашку. А мою сожрала собака. У нас традиция. Называем напитки в честь завсегдатаев. Интересно, что нужно сделать, чтобы в твою честь назвали коктейль? Отдать концы. Так, чтобы весь город о тебе говорил. Желательно на задании. Херасе, какая красивая традиция. За Найт-Сити. И за посмертие! Смерть — небольшая плата за то, чтобы стать легендой. Сначала поживи как легенда. А смерть — это так, просто финальный аккорд. Кстати, меня зовут Джеки Уэллс. Хочешь, свой рецепт продиктую? Давай. 100 граммов водки со льдом, сок лайма, имбирное пиво и, главное, изображение капельку любви. В разные стороны. Окей, я запомню. Вы вроде как новая находка Декса. Выполняем его заказ. Мистер Дешон вас ждет. Ни пуха, ни пера. Чёрта. Откуда ты знаешь? Это часть моей работы. Думаешь, откуда появляется репутация у наемников? Если о тебе не сплетничают, тебя никто не знает. Ох и здорово ты, чувак. Качаешься? Ага. Я тоже. Боксирую. А ты что-то экзотическое практикуешь? Кэмпо? Ниндзюцу? Ага. А меня бы уложил? Как думаешь? Сюда. Эстепинча типо. Да. Эксельсиор. Конечно, наличными, как всегда. Счастливо. А, вот и мистер Ви. Ну что? Наконец-то вся семья в сборе! Первая встреча в реале. А что с болтом? Ну-ка, давай заценим. Вперед, не стесняйся. Ну ладно. Чувствуйте себя как дома. Хорошая комнатка. Звукоизолированная. Джеки. Нет-нет, мистер Уэллс прав. Мы будем обсуждать деликатные темы. Но если вы не против, я сначала задам один вопрос мистеру Ви. Как твоя встреча с Эвелин Паркер?
Хорошо, я бы сказал. Погулял по Кампеке Плаза, по местам, которые она засняла на брейн-данс. Да, Бак ввела меня в курс дела. Значит, ты знаешь, кто наша цель. Главный наследник императора. Юринобу Арасака. Да, парень с фамилией на миллионы и без возможности ими владеть. Близкий друг Эвелин Паркер. Так вы просто познакомились или было что-то еще? Я понял, ей хотелось на меня посмотреть. Хотелось на тебя посмотреть, говоришь? Может, перейдем к делу? Ты придумал план, Декс? Да. Ладно, давай посмотрим. Мы с Дексом уже подготовили всю операцию. Сложность будет, ниже некуда. Неважно, мне нужны подробности. Деламейн высаживает вас у главного входа в Кампеке Плаза. Входите по фальшивым удостоверениям. Бак помогает вам взломать внутреннюю сеть отеля. Вернее, я и Болт. И, наконец, вы проникаете в пентхаус Юринобу и забираете биочип. И все это по-тихому, с минимальными жертвами. А лучше вообще без них. Тибак будет на связи на всякий случай. А теперь ваши вопросы. Расскажи о фальшивых документах. Какая у нас история? Привет, Рамон Викторина. А ты Хьюго Конуэлл. Рамон? Допустим. И какая у нас легенда? Вы продавцы оружия. У вас переговоры с Арасакой. Если спросят, вы встречаетесь с представителем их оборонного отдела Хаджиме Таки. Еще вопросы? Как нам попасть в пентхаус? У Юринобы почти нет охраны. Сложность только в системе безопасности. Чтобы ее отключить, нужно устранить резидента Кампеки. Это элитный раннер, который мониторит сеть отеля круглые сутки. Проблема в том, что комнату резидента можно открыть только изнутри. Погоди, как же мы попадем в комнату, в которую нельзя попасть? Поверь, какая бы проблема у нас ни возникла, Тибак найдет для нее решение. Тут как раз в игру вступает Болт. Вам надо запустить его в вентиляцию, провести куда нужно и заставить резидента немного отдохнуть. Болта придется оставить с ним. Зато я смогу расстелить перед вами ковровую дорожку прямо в пентхаус. Еще вопросы? Мы едем Деламейном? Это же лучшая такси в Найт-Сити. Надо мать. Дэшон всегда работает только с лучшими. Деламейн никогда не подводит. Кому нужны мерзкие таксисты, если безупречный скин может с комфортом довести тебя из пункта А в пункт Б? И кто б знал, как он каждый год обновляет лицензию? Если все пойдет по плану, Деламейн привезет вас сюда. Если возникнут проблемы, он поедет на явку. Это куда? В мотель Ноутел. Тихое место, вопросов не задают. Там придумаем новый план. Но я уверен, что это не понадобится. Еще вопросы? Я узнал все, что хотел. Вот и славно. У меня вопрос. Когда обсудим то, ради чего мы это затеяли? С новичками я не торгуюсь. Ставка всегда одна. 30%. Чего? Сколько? Так я оцениваю ваш вклад. У каждого в этом спектакле своя роль и свои риски. Джеки, все нормально. Не спорь. Слушай. Я сказал, не надо. Все по-честному. Окей. В пизду все это. И последнее. В Кампеке нельзя проносить оружие. Вас не пустят через рамки. Стволы придется оставить в тачке, а болт упаковать в чемодан. Я достал вам нормальный шмот. Переоденьтесь. Чидо! Спасибо. Не хочу торопить события, но когда ждать Эдди? Все зависит от мисс Паркер, но думаю, через неделю. Максимум две.
А нам что делать эти две недели? Питаться воздухом? Сидеть тихо и не высовываться. Арасака будет на страже. Один чувак сказал, что жизнь есть пир. Глупо уходить голодным, но глупо и нажраться. Карета ждет снаружи. Я тоже сваливаю. Надо подготовиться, пока есть время до операции. Если остались вопросы, задавайте сейчас. Вроде нет вопросов. Ну, за работу. Ну так что, ты готов ехать? Мне надо еще кое с чем разобраться. Sin problemas. Встретимся у Деламейна. Только переоденься. Это я в труселях всю игру бегал, да? Интересно. Что закажешь? Один другого краше. Иди уже, блин, пинка сейчас дам. Thank you.
как же в инвентарь зайти? Вас приветствует сервис Деламейн. Оставьте все проблемы за дверью нашего такси. Ёб твою мать. Очень на это надеюсь, Чумба. Не вижу повода употреблять ненормативную лексику. Да? А помнишь, как я хотел тебя нанять на мальчишник моего двоюродного брата? К сожалению, мы не принимаем такие заказы. Я 3 месяца бабки собирал. Ладно, проехали. Заводи мотор, Дэл. Перед началом поездки необходима идентификация личности пассажиров. Пожалуйста, подключитесь через личный порт. Спасибо. Активирован пакет Excelsior. Excelsior? Дело набирает обороты. Excelsior. Это пакет услуг, разработанный для наших премиум-клиентов. Ага, лучшее качество за ваши деньги. Смотри. Деламейн, давай боевой режим. Прошу прощения, но в данный момент вашей жизни ничто не угрожает. Ха. Ну ладно. Но вообще он хоть армию Арасаки может выкосить, если понадобится. Декс прямо расщедрился. Он забирает себе 70%. Ты забыл, что ли? Excelsior. Вот теперь я чувствую, что въезжаю в высшую лигу. Это для тебя правда настолько важно? Что? Как-то дешево Декстер тебя купил. За шмотки и лимузин. Не знаю, Джек. Мне кажется, ты начинаешь терять свою стальную хватку. А мне кажется, что тебе внезапно захотелось до меня доебаться. Ладно, забей. Сделай вид, что ничего не было. Не было, так не было. Мадре Сви, это самый важный день во всей моей жизни. Привет, как дела? Ведем дружеские беседы. Мы уже скоро будем в отеле. Я установила прямое соединение, чтобы вести вас через компеки. Ви позвонит Джеку, проверим синхронизацию, на всякий случай. Приближаемся к пункту назначения. Ну? Шум какой-то. Скажи что-нибудь, Бак. Величайшие преступления совершают, стремясь к избытку, а не к предметам первой необходимости. Чего-чего? Это Аристотель. Связь, похоже, в норме. С тобой, да. С твоим греческим другом не очень. Но мысль интересная. Поразмышляй об этом. Он херни не скажет. Ты как слышишь, Ви? Давай еще Аристотеля. Да пошли вы оба.
Ну что, похоже, все работает. Сэра Мехоркиси. Я на связи. Спасибо, что выбрали сервис Деламейн. Желаю удачи. Я буду ждать вашего возвращения. Сколько же я этого ждал? А с оружием туда нельзя. Ну что, Хьюго, вперед? Погоди, я возьму болта. Ну что, на сегодня мы, наверное, закончим. Вскоре будет продолжение. Будем нападать, воровать чип. Всем удачи. Спасибо за просмотр.